Итак, друзья, я всех приветствую у себя на канале. Я подумал, что помимо каких-то видео, которые я выкладываю для вас, помимо музыкальных стримов и такого прочего контента, кому-то понравилось бы и было бы полезно получить от меня какие-то знания. Сразу оговорюсь, что школ фортепианных очень много, всех учат по-разному. Одному удобно что-то одно, одному что-то другое. Я буду рассказывать сугубо те вещи, которые я для себя считаю удобными, правильными, которые мне помогают чувствовать вот какую-то свободу, опору, справляться с какими-то техническими сложностями. То есть буду делиться с вами вот просто как вот человек, который занимается практикой на рояле, каким-то вот своим опытом, своими какими-то вот пианистическими навыками. Эти же вот все знания я передаю своим ученикам, соответственно. Они их довольно-таки, я считаю, успешно применяют на практике. Поэтому в любом случае, я считаю, для вас это вредным не будет. Для тех, кто интересуется, может, продолжительное время занимается. Или, например, только начал заниматься, ему хочется узнать что-то новое, что-то дополнительное. Итак, о чем бы я хотел поговорить с вами сегодня? Такое первое знакомство. Что бы я хотел сделать? Поговорим немножко о том, как почувствовать вес собственной руки на клавиатуре, почувствовать ее тяжесть. И впоследствии, вот после вот этого упражнения, в дальнейшем я буду маленькими уроками записывать. Мне, честно, лень делать вот такие большие, там, часовые такие вот полулекции. Будем маленькими уроками делать. Объясню, как вот, каким упражнением можно почувствовать очень просто опору и тяжесть руки вот в клавиатуре. Это нам потом очень сильно понадобится. Значит, смотрите, упражнение очень простое, оно всем очень сильно понравится. Очень приятное. В общем, вот стульчик у вас, да? Вы, значит, садитесь. Очень удобно. Садитесь вот так вот, облокачивайтесь. Вот. Облокотились, да? Чуть-чуть подальше отодвинусь. И что вы делаете затем? А затем, вот вы кладете руку. Здесь ничего не делаем абсолютно. Вот, ничего не нужно. Никаких сводов, ничего не надо держать. Вы будете, вот чем больше вы держите, вот тем меньше у вас веса в самих пальцах, тем более у вас приснятый звук. Понимаете? Я вот, ну, сколько смотрю видео, там выкладывают в Инстаграме, там на Ютубе, ну это ужас какой-то. Вот многое, что я вижу, это реально жесть какая-то. Ребят, просто люди целенаправленно как будто хотят покалечить свои руки. Мне такой подход не очень нравится. Ничего не надо держать, нигде не зажимать. Вот, рука абсолютно свободная. Облокотились на стуль. Теперь рука, даем ей абсолютно свободно упасть с клавиатуры. Вот, под собственной тяжестью. Она как будто бы, вот у нас клавиша, она очень длинная. Рука у нас вот с нее стекает под собственным весом. Рука человека, она очень тяжелая на самом деле. Она несколько килограммов весит. Представьте, если вот просто руку человеческую кинуть на клавиатуру. Сколько веса? Давайте же его будем использовать. Ну, на благо нам, да, на благо нашим целям. Вот. Как будто клавиши очень длинные, но это такая уловка, потому что рука вот здесь вот как будто бы падает такой некий обрыв. Еще раз покажу. Вот. Вот это вот ощущение легкости. Я облокотился, чтобы вот, ну, как бы подтолкнуть руку для свободного падения. Вот. Это не значит, что вот вы положили руку, надо ждать, пока она сама упадет. Немножечко помогите ей, но вот дайте почувствовать вот эту вот абсолютную свободу. Здесь ничего не поджимаете, вот здесь вот абсолютно свободно. Здесь ничего не держите. Вот, рука уходит, и когда она падает, важно вот здесь вот ничего не придерживать. Вот, даете ей упасть и свободно, вот, свободно висеть вдоль корпуса. Все, больше ничего не требуется. Это вот маленькое такое первое упражнение, очень простое. Кто-то скажет, очень глупое, но очень полезное. Я дальше объясню, зачем. Делайте вот так, садитесь, вот,
кладете руки и даете им свободно упасть. И вот делайте так, пока не почувствуете, насколько же у вас ленивые, тяжелые руки, которые прям тянут вас вот к полу с вашего стула, там, на чем вы сидите. И вот так вот посидите, попробуйте. Вот это вот ощущение поймайте. Дальше. Рука падает, еще раз объясняю, вдоль локтя. Все. Вдоль корпуса, извиняюсь. Вот она упала. Висит свободно. Ничего больше с ней не делаем. Не придерживаем, нигде не поджимаем. Здесь абсолютно свободно. Здесь абсолютно свободно. Ничего не держим. Вот. Рука, вот, в естественном положении абсолютно. Все пальцы расслаблены. Здесь все расслаблено. Пробуем. Я дальше буду записывать, объясню, зачем мы это делали и как мы будем дальше применять. Пока делайте так, все.